Перш ніж вона вийде на вулицю, це, звичайно, ранкова гімнастика. Ірочка, з чого вона в тебе розпочинається? Присідати. Присідати? Саме головне – це зробити розмінку шеї, тому що на шеї тримається голова, Юра. Понимаешь, а головой ты кушаешь, разговариваешь, вот, и все остальное делаешь. Остальное это уже на твоей совести. Остальное я не головой делаю. Вот, все. Вот разминка закончилась. Все. Так, а чем что-то бирать замять? Я люблю массаж пальчиков. Так, да. Діти, видишь, від екрана. Це дуже багато еротики сьогодні. Юр, не так быстро. Пальчики у нас музыка. Точечный массаж. Это очень важно, потому что там тоже находятся важные точки, особенно вот на кончиках. Вот тут де ногти? Да, надо жать. Я ж боюсь поломати тут щось, знаешь? Да, все. И вот еще большой, да. И великий. Вот так. Он просто волшебный. А теперь массаж губ. Массаж губ? Вот. Я так хотів снідати, я вже й не знаю, що я хочу з самого ранку.